о елке. Несколько лет у меня с моими друзьями продолжается спор о рождественских елках, украшениях и тому подобном. По-моему, елки – проявление язычества. А мои друзья доказывают, что елка – это символ вечной жизни. Она, мол, всегда зеленая, и потому очень уместно иметь елку на Рождество каждому христианскому дому. Пошевелите мозгами и напишите свое мнение по этому вопросу. Заранее пишу, что я с вами буду согласен, если вы подкрепите ответ Словом Божьим. Слово Божье ничего не говорит о рождественских елках, как ничего не говорит и о пасхальных куличах и сырных пасхах. Есть традиции, которые укоренились в среде христиан, и их соблюдают все. Вся суть в нашем отношении к этим праздничным традициям. Если елка для нас символ неувядания, свечки на ней говорят нам о том, что в мир пришел свет Христос, и подарки для деток под елкой говорят о том, что Бог подарил нам Сына Своего. Тогда все будет на своем месте. Если же елка и подарки под нею в центре нашего внимания, а Христос забыт, и мы ничего не делаем для Него в этот день, тогда, пожалуй, и сама елка становится символом язычества. Елки вошли в обиход в Германии в начале XVI века при жизни Мартина Лютера. 15 веков до этого христианство обходилось без нее. Но обычай понравился и стал традицией. Многие в последнее время покупают живые елки, а потом сажают их возле домов, и дети любуются не мертвым, а живым деревом, от которого и воздух чище. Это лучше тех елок, которые после праздника выбрасывают на свалку.